Теплотехника. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы проведем видеообзор запчасти под названием «Термостат перегрева для газового котла ДЭО». Он устанавливается на угловом латунном штуцере основного теплообменника на специальной площадке. Крепится посредством двух шурупов. Основная задача термостата – это отключение котла при перегреве воды контура отопления. Срабатывает при температуре свыше 95 градусов. Пульт управления отобразит соответствующую ошибку.